Во, Олег, а давай ты теперь сейчас сяду, чтобы... Да? Да. Вот расскажи, как ты начал заниматься и в какое время? Потому что ты тоже у нас легендарная личность, да, интернета. Да, в общем, работал, учился, работал. А горные лыжи 15 лет, потом сноуборд, один из первых сноубордистов. Ну, года, говори. Ну, сейчас скажу, с 80-х годов горные лыжи 15 лет, значит, это кончил в 90-х годах. Потом ребята в Крылатском делали самодельные сноуборды, еще не было никаких ни креплений, ни ботинок не существовало. И вот, значит, горнолыжные ботинки Альпина, 12 номер, вставляли скаленые проволочки и сзади клипса. И, в общем, такие крепежи были на самодельном сноуборде. Катались в Крылатском, да, в общем, первые. Потом 10 лет откатался сноубордом, тоже стало скучно. Пошел в экстрим на Смольный. Прихожу к ребятам, говорю: ребят, хочу полетать. Он говорит: да ладно, ты куда тебе летать, ты уже старенький. Я говорю: да ладно, старенький. А, говорит, тут есть, говорит, Дэн Змей, говорит, тут это, московский кайт-клуб, говорит. Дали телефон. А, он, как... а какой год? Год. Ну, это как раз 2006-2005 год. Значит, он базировался на водном стадионе. На водном разве? На водном стадионе был, да, первый. Первый офис. Я еще электроникой занимался, правильно? Да. Дэн там был основной. Ну, он на меня немножко обижался, говорит, приехал, говорит, к манагерам, к моим, говорит, напоил их, говорит, что они чуть не варялись. Потом, говорит, сел в машину и уехал к тебе домой, говорит. Ну, в общем, я был... А, Славку ты напоил? Да я всех, наверное, напоил. И твоего, это самое, который там возил-то. Ну, неважно. Все валялись, да. Ты же что писал. Потом я поехал на Негу. Да, ну, значит, под знаменем Змей. Змей, я из Москвы. Значит, это Онега 2007. Петрозаводский, да, позорил, значит. Просто... Да не опозорил, я там впервые поднял. Он бухал там, везде валялся, и под флагом. Неправда, я там боролся. Со знаменем Змея. Я ехал вообще с 14-м. Все думают, что Змееру это алкокайдеры. Правильно. Мы не сдавались. Мы... Алкокайдеры. Нет, ну ты расскажи, все-таки, как, сколько ты учился и как научился? Учился. Ну, вот ты пришел к Дэну, да. В 2007. Да, он мне отдал. Говорит, добро, говорит. Ну, тебе, говорит, нужно 18 размер. Я говорю, ладно, хорошо, я ничего не понимал. Взял цешку 18-й. Да, такая адская машина. А планку мне дал с таким маленьким ходом, что фактически... Ну, вот цешка была, ну какой ход был у цешки? Она так и была. Ты мне от гастро дал планку, а у меня хода вообще не было. Ну, неважно. Ну, 5 раз ребра ломал, бог с ним, ничего страшного. Хуже было с контры, когда я, да, в Дагестане разбился в горах. Но это была другая история. А это была история, да. Вернулся я, значит... Не в Чечне. Афганистан, Дагестан. Ну ты расскажи, сколько по времени прошло у тебя обучение? Обучение? Да сразу как-то встал. Поехал я, значит, к твоей девчонке на Волгу. Нижняя Волга под Кимрами. То есть ты не стал учиться, ты сразу купил кайт? Да. И, значит, утром встаю, так, до венца чуть-чуть дерябнул, думаю, как хорошо. Выхожу, смотрю, ветер дует. А рядом там жил товарищ, который уже в Венесуэлу съездил, и еще катер такой. Он тоже приходит с пакетиком вина с утра, к девчонкам завалит, говорит: ребят, смотрите, говорит, сейчас будет интересный, значит, случай, да. А там трава где-то метр полтора высотой. И, значит, я 18-й накачал быстренько, в траве он ничего, так себя чувствует. Я отмотал, отошел подальше, ну и дергу, значит, 18-й. Русским стартом, да? Да, русским стартом. Но дело в том, что с утра девчонки одевали кирзовые сапоги и бегали пописать в туалет, потому что ветром сдувало. Ну, где-то пятнашку точно дуло. И я, значит, русский старт на себя делаю, все. Дальше у меня, значит, идет так, как компьютерная такая, чик-чик-чик, раскадровка. То есть я пролетаю над березой. Где-то 7 метров, и 50 метров я улетаю туда, к соседскому забору, падаю мимо альпийской горки, для своей Юленьки я сделал такие валуны, натаскал, с ледникового периода там такая, буквально в полуметре. Хорошо был месяц май, то есть очки у меня улетели туда, впечатались в землю, я проехался по молодой крапиве и... почему-то оказался на спине и проводами срубил, остропами срубил провода. Деревня осталась без света. И уперся головой в забор. Ну, собственно говоря, это был первый такой мой экшен, да. То есть случай несовместимый с жизнью, потому что полметра. И вот эти вот камешки ледникового периода, это могли быть последние. Да.
таких еще случаев было, ну. Мы же копали бы там сразу. Да, да там, да, там уже все готово. Ну, Бог миловал, да, проходя мимо бани, выскочили, значит, население, говорит, обесточило деревню, я говорю, давайте тащите меня, ну я же не сдаюсь. Проходя мимо бани, смотрю, бутылка стоит недопитая, я, значит, это, говорю, воды мне, воды. Запить. Снега мало было. Снега было мало, да, это была весна, это был май месяц. Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, вот... Были еще первые поездки на Серфамай, вот видите, да, вот это surfshelter.ru, где тоже под знаменем Дэна. Но это не следующий да, же май. Там на спине что-то рисовали, да? Да, и рисовали там. Но это уже 9-й или 10-й да, год. Да, много ездили, да, много. Кто заснет, на том и рисует, да. Не важно, не важно. Ну расскажи какую-нибудь еще историю. Про Дагестан давай. А что Дагестан? У вас, да, там какая-то была интересная. Поездки были регулярно, да. Ну вот видели, вот это сейчас фильм показывал. Прибой. Была вылазка, да, в Дагестан, там, значит... Один... Там же уже, типа, этап прошел чемпионата мира, или как там, по кайтсерфингу. Ну да, ну ладно. Ну а мы как бы... Там лучше, чем Анапа, на самом деле. Нас пригласили, первый раз, помнишь, нас пригласили, Гаджи пригласил, летом мы поехали. Он строил, ну, в общем, местный олигарх из Дагестана взял себе горку, приватизировал и построил там горнолыжную базу. А мы там как бы все это дело пиарили. Ну, то есть, вот мы кайтеры, Дэн там был на особом счету тоже, я помню. Ты тоже же ездил, да? Да, 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 конечно. В Дагестан. Мы вообще подтянули этот Дагестан, развивается. Подтянули, да. И уже с моей подачи начали вызывать народ туда. Поехали в Добро, угу. Я ездил там. Да, да, все там были, все были, да. В общем, мы там открыли, да, кроме вот основного склона 3-километровой длины. Там Мугинский трубе. Да, там где-то нас возили на, значит, на УАЗиках в горы. Было ущелье между двумя, с Каспия тянуло типа сквознячка. И мы назвали это Мугинское ущелье, да, а Мугинская труба. То есть там постоянно ветер, значит, попеременная плата с разными высотами. Есть снег, снега во, сметана во, дагестанские девушки, в общем, все было хорошо. Девушки. Да, лечу я, значит, Дэн мне дал 17-ю контру, тяжеленные, кабрина контра, 17,5 даже, тяжеленные, немытые, соленые, и, значит, я лечу на этой 17-й контре вниз, ну, то есть в гору легко забирается. Смотрю, значит, меня снимает дагестанское телевидение, думаю, ну, и значит, змей.ру, значит, жахнул в обратную сторону.